Приветствую всех, друзья! Меня зовут Игроматор. Как вы уже, наверное, догадались, мы продолжаем смотреть различные модификации Battlefield 2. Сегодня мы опять возвращаемся в окопы Второй мировой войны и продолжим смотреть очередной глобальный мод на эту тему. Почему я говорю «продолжим»? Дело в том, что я уже делал видео на этот мод несколько месяцев назад. Тогда я показал геймплей за Советский Союз и Германию. Но так как одним видео весь контент показать невозможно, а показать есть что, то мной было принято решение снять еще пару таких видео по данному моду. Ведь в моде реализован не только Восточный фронт, но и другие немаловажные театры боевых действий того времени. Сегодня мы с вами откроем второй фронт и поиграем за армию США и Великобритании. В следующем видео я планирую показать вам Японию и Китай, так что будьте на связи и не забудьте установить уведомления и подписаться на канал. Для тех, кто не смотрел мое предыдущее видео, напоминаю, что мод Battlefield 1944 — это переосмысление оригинальной игры от DICE Battlefield 1942. Планируется много различного контента. В данный момент ведутся работы над армией Италии. На сегодняшний день над модом работает около 4 человек. К сожалению, мод все еще недоступен для публики и находится в стадии активной разработки. За последние месяцы работа над модом ведется в активном режиме. За все это время было проделано много работы, и разработчики предоставили мне на обзор свежий билд для ознакомления. А перед просмотром данного видео я хотел бы предупредить всех о том, что так как мод все еще не закончен, то мы можем встретить различные глюки и баги. Ну что ж, друзья, Нормандия, Франция, подступы к городу Карентан. Кстати, с названием данного города у меня возникли небольшие проблемы. В русскоязычной Википедии, а также на ресурсах наподобие Яндекс.Карты и Google-карты, на русском языке было написано как Карантан. Я не знаю, правильно это или нет, есть ли в этом какая-то ошибка, но мне проще все-таки называть этот город через Е, Карентан. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а мы приступаем непосредственно к самому геймплею данного мода. Как мы видим, у нас тут представлено огромное количество различного вооружения того времени. Снайпер у нас вооружен винтовкой Springfield M1903. Очень распространенная винтовка, мы ее видели уже во многих фильмах, таких как «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга, во многих играх, таких как Call of Duty и тому подобное. Assault у нас с штурмовой винтовкой Browning Automatic Rifle, ее еще называют BAR M1918. Пехотинцы вооружены у нас винтовкой M1 Garand, с этой винтовкой также много различных есть исторических фактов, таких как новобранцы могли сломать палец при перезаряжании, очень хитрый был механизм перезаряжания. Также у нас есть два вида пистолета-пулеметов, естественно, пистолет-пулемет Томпсона и М3. У М3 есть еще своеобразное название, как масленка. Карабин М1 представлен в этой игре модификацией с несъемным прикладом. Есть еще вариант М1А1, которая больше использовалась десантниками. Кстати, город Карентан известен тем, что во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные сражения между 101-й воздушно-десантной дивизией армии США и немцами. Кстати, это событие очень хорошо показано в сериале «Братья по оружию». Очень хороший сериал, всем рекомендую, снят в духе «Спасти рядового Райана». Ну и, естественно, пулемет Browning M1919. К сожалению, у нас здесь указан M60, но я думаю, что иконку переделают в процессе дальнейшей разработки мода. Ну что ж, давайте появимся на базе, возьмем снайпера и посмотрим технику. Ну и сразу же у нас тут огромное количество различной техники. Вот мы видим Першинг, Шерманы, М10, истребитель танков. На базе у нас еще тут стоит бронетранспортер М3, на базе которого у нас установлен зенитный комплекс из 4 пулеметов 50-го калибра.
Дальше у нас стандартные грузовички армии США. Боты у нас тут дохнут. Это нормально. Окей, давайте возьмем Шерман, посмотрим его сблизи. Можно даже, в принципе, осмотреть его, да, как он выглядит. То есть все высокого качества, все очень круто выглядит. Очень качественная техника в этом моде. Сейчас мы немножко отъедем вперед. Посмотрим его в движении, как это все выглядит. Сразу же чувствуется мощь танка. Очень тяжелый танк, как и когда я смотрел Советский Союз. Также очень круто передан здесь танк. Сразу же чувствуется очень большой вес машины. Сейчас мы с вами доедем до точки и попробую показать им, как танк в действии, так сказать, его, как он стреляет, вообще звуки его и все остальное. У нас тут уже наши войска забили точку. Я надеюсь, что сейчас какой-нибудь немецкий бронетранспортер или что-нибудь приедет, и мы с вами куда-нибудь жахнем. Он, кстати, у нас, по-моему, уже немецкие танки ездят там. Хотя нет, вроде по карте нашей. Захватим точку и поедем дальше. А, ну, в принципе, на этой точке вроде бы как еще только начало боевых действий. Еще тут немцы не успели до сюда добежать. Давайте, пускай у нас тут солдат к нам сядет. У нас сейчас солдат сидит у нас в танке. Я так понимаю, с кормового пулемета он будет стрелять по живой силе противника. Так, у нас пехота, по-моему, засела в доме. Давайте переключим фугас. Там у нас куча всякой пехоты бегает. Тоже вот реализовано якобы подобие трассеров, да? Вон пехота, я вижу, бежит по полю. Сейчас мы попробуем с фугаса уничтожить. Там он бегает, они пытаются штурмовать мост. Я надеюсь, что мы мост не отдадим немцам. Так, ну, вброд, я думаю, мы здесь с вами не проедем. Что-то солдат убежал. Так, танки наши тут немного начинают тупить. Давай, едь вперед. А, понятно, тут у нас колючая проволока не дает нам проехать. Давайте объедем. Очень мощный танк. Такая вот чувствуется мощь. Давайте попробуем загасить пару немцев опять. Уничтожаем вражескую пехоту. Где они там едут? Где-то здесь, вон, здесь засели немцы в домиках. Вон их куча здесь. Так, почему моего пулеметчика нет? Пулеметчик убежал. Убежал с поля боя. Ни шагу назад, как Иосиф Сталин приказывал русским солдатам во время Второй мировой войны. Окей, давай дальше продвигаемся. Так, я надеюсь, что меня сейчас не взорвут. Давайте попробуем здесь зачистить территорию от немцев. Что-то как-то я не убиваю его с фугаса, хотя должен уничтожать вражескую пехоту. Так, давайте куда-нибудь еще жахнем в дом, да, может они там сидят. Посмотрим, прорвемся. Ну, в общем, техника круто здесь реализована, мне очень нравится. Именно такая вот чувствуется его тяжесть и всего остального. Так, ну что ж, давайте мы посмотрим винтовку Springfield в действии, как у нас тут реализована анимация, звуки и тому подобное. Где наши немцы наступающие? Где-то с этой стороны. Так, наши танки нападают. Так, откуда они там идут? Я не вижу никого. Так, это наш, по-моему, пехотинец. Сейчас мы где-нибудь засядем с вами и будем отстреливать потиху немцев. Так, по-моему, они оттуда где-то идут. Так, шальные пули пролетают, но я почему-то не вижу пехоты. У нас тут еще есть револьвер у снайпера, да? Также, естественно, в моде есть стандартное оружие. Легендарный Кольт М1911. Так, где все немцы, я не понять. Где немцы все? Где-то там они все бегут. Давайте пробежимся ближе к точке. Там наши солдаты кого-то засекли. Сейчас мы им поможем. Покажу вам снайперскую винтовку. Где там они? Так, тут все немцы убили здесь. Один немец был, и то его убили. Опа, что-то взрывается. Ну, вот видите, что звуки иногда не воспроизводятся. То есть мод требует сравнительной доработки.
Есть тут небольшие глюки, баги. Ну, разработчики об этом все уже знают и в процессе все это дело дорабатывают. Именно из-за этого мод еще не вышел в публичный релиз. Так, ну что ж, где ж все немцы застряли-то? Давайте сейчас найдем кого-нибудь, я не знаю. Так, где-нибудь в кустах сидят там или где? Так, вон один немец. Так, один есть, вон еще один. Так, что, я не убил его? Как так? Так, отходим, отходим, отходим. Давайте отбежим. Перезарядим винтовочку. Такая вот у нас анимация. Все очень качественно сделано. Ну, вообще, очень качественный мод. Я надеюсь, что ребята его все-таки доделают когда-нибудь. И он выйдет в публичный релиз. Так, откуда, где? Не видел, откуда убили. Ботов я поставил полегче, но все равно они какие-то очень меткие. Окей, давайте посмотрим у Спрингфилда револьвер, как он вообще выглядит. Посмотрим его анимации. Давайте загасим какого-нибудь немца. Где немцы все? Где-то в кустах заныкались. Ракетница прилетела. Так. Где тут немцы? Немцы, вы где? Немцы-партизаны. О! Так, есть. Немец, по-моему, был занят другим. Он пытался гранату кинуть. Где-то они сидят в кустах, тут внимание. Партизанят. Это обычно русские должны партизанить, а не немцы. Так, ну что, давайте сейчас попробуем еще убить кого-нибудь с этой винтовочки. Покажу вам другое оружие. Вкратце постараюсь все это дело вам показать, чтобы видео сильно не затягивалось. Так, ну что, где там все немцы? Не могу никого найти. Все попрятались. Мы почти до точки добежали. Я так понимаю, что сейчас здесь будет у нас больше варианта кого-нибудь убить. Так, заныкаемся где-нибудь в кустах. Окей. Бежим, бежим. Где там немцы? Они, наверное, сидят на точке и не хотят никуда уходить. Ну, естественно, у них оборона здесь, на этой территории. И по историческим масштабам немцы здесь оборонялись от американцев. Американцы штурмовали и освобождали этот город. Так, где все немцы, не могу понять. Все куда-то пропали. Они, по-моему, любят сидеть в домах в этих. Сейчас мы дом этот посмотрим. Никого здесь нет? Нет, здесь в доме никого нет. Где немцы все? Немцы откуда-то бегут, наверное, пешком. Откуда они там бегут? Так, вот немец. Так, готов. Готов. Немец один. Так, где еще? Сидит на точке и даже ухом не ведет. Так, где все? Я хочу кого-нибудь убить. Где все? Что за ерунда? Война идет, а я не могу немца найти. Так, танк кого-то стреляет. Где-то там у нас немцы. Не вижу никого. Где немцы? Першинг наш стоит. Застрял, по-моему. Что он там делает? Так, где немцы? Где-то там стрельба. Не понимаю я. Так. Окей. Ладно, давайте мы сделаем суицид. Я, в принципе, вам снайпера показал. Давайте возьмем штурмовую винтовку Браунинг. Покажу вам, как она выглядит в этом моде. Ну, видите, танкисты что-то тут застряли и не понимают, что им делать. Вот почему-то боты иногда тормозят и глючат. Я не понимаю, с чем это связано. Давайте я вам, наверное, просто покажу, как здесь выглядит штурмовая винтовка. Вон, самолеты даже какие-то летают немецкие. Обалдеть, даже у немцев есть тут летная техника. Так, это кто у нас? Это у нас солдат американский. Покажу, кстати, как солдат тут выглядит. Так, не показываю. Тут у нас медик с пистолетом-пулеметом Томпсона, да? Кстати, в самом начале видео я забыл вам упомянуть то, что я использую пресет Reshade. Вот у нас стандартная графика Battlefield 2. Это пресет Reshade. Настройки у меня стоят такие. Если кому интересно, устанавливайте, играйте. Ну, более качественно и более красивее стала выглядеть игра. Ну, я уже неоднократно во многих обзорах это упоминал. Ну что ж, немцев нет. Давайте мы просто постреляем, покажу вам анимации, как здесь все это дело выглядит. К сожалению, вот бывает проблема различных модов, что боты некорректно работают. Ну, это, в принципе, нормально. Мы должны к этому уже привыкнуть. В общем, так вот у нас все это выглядит.
Такая вот у нас анимация, все очень круто, очень качественные, интересные звуки у штурмовой винтовки. Опять у нас есть револьвер, который мы видели у снайпера. Что еще есть у пехотинца? Граната американская, по-моему, если не ошибаюсь, F1. По-моему, даже она не американская, а русская. F1, это же, по-моему, русская граната. Окей, стандартная граната. Такое у нас все, так у нас все выглядит. Есть у нас дымовая граната. Можно задымить себе, да, территорию и отступать или наступать. Наступательная или оборонительная у нас граната. Так, я вижу, у нас кто-то там уже начинает стрелять. Тут, по-моему, немцы где-то недалеко, да? Так, где там немцы? Вон, немец. Давайте попробуем убить его. Немец, ну, смотрите, застрял, не знает, что делать. Боты тут немножко подглючивают на этой карте. Вот. Да, вот у нас немцы такие вот. Ну, немцев мы с вами уже видели в прошлом видео. Ну, разработчики все время что-то добавляют, что-то улучшают. В общем, мод постоянно переделывается и доделывается. Различные аспекты игры. Окей, давайте сделаем суицид и посмотрим нашего пехотинца с винтовкой. Также покажу вам, как это все выглядит у нас. Итак, у нас Гарант М1, стандартная винтовка армии США времен Второй мировой войны. Сейчас мы с вами посмотрим, как это все у нас дело выглядит. Ну, немцев нет, опять-таки просто навскидку постреляем. Кстати, видно очень качественные текстуры у винтовки. Просто потертое оружие очень круто выглядит. Я очень рад, что разработчики именно делают оружие все такое потертое, использованное уже, такое вот уже бывшего употребления. То есть очень круто здесь все реализовано. Давайте посмотрим, как у нас все это дело анимировано. Такая вот у нас анимация. Все круто сделано. Вот у нас самолет уже обстреливает. У нас, кстати, есть зенитка на базе. Может быть, потом ее тоже использовать, попробовать пострелять. Что у нас еще? Кольт М1911. Стандартный пистолет армии США. Очень распространен и по сей день. Различных вариантов этого пистолета по сей день много. Есть даже пистолет с спаренными обоймами. Я, если честно, не помню, как он называется, но тоже на базе этого пистолета был сделан модернизация этого пистолета. С двух стволов стрелять можно. Это уже современные улучшения. Такие вот у нас анимации. Все очень круто реализовано. Очень интересно. Ну и, конечно же, гранаты. Стандартная пехотная граната. Противопехотная, да, наверное, правильнее сказать. Вот. Все очень интересно сделано. Так, ну что, давайте мы с вами посмотрим другой кит. Дешевый пистолет-пулемет. Почему я говорил дешевый? Потому что стоимость производства пистолета-пулемета Томпсона в свое время была более дорогим, чем М3. Его еще называли масленка. Ну, об этом я уже говорил. Давайте здесь появимся, на этой точке. Я так понимаю, что немцы будут, наверное, штурмовать наши захваченные позиции. Давайте здесь появимся. Посмотрим анимации, звуки и все в этом духе. Так, ну что, вот у нас наш пистолет-пулемет М3. Так вот у нас он звучит. Очень качественные звуки. Так, где-то у нас американцы, по-моему. Точнее, немцы бегут. Американцы у нас... Опа, это немецкий танк. Сваливаем. О, у меня как раз базучик. Давайте-ка сейчас пробуем танк взорвать. Как я удачно появился. Если меня танк, конечно, не заметит. Да, я ему стреляю... Так, а где мне тут заныкаться, а? Он меня сейчас убьет. О, здесь можно пройти, да? Сейчас попробуем заныкаться на втором этаже. Уничтожить танк. Мы ему в башню сразу стреляем. Больше всего урона будем наносить. Тут иногда у меня случался глюк, что танки также не уничтожались. Я не знаю, с чем это было связано. Я иногда встречаю иногда какие-то глюки или баги. Так, промазал. Танк меня пытается выцелить, но я на третьем этаже. Меня не так просто взять. Так, давайте-ка сейчас попробуем с другой стороны подбежать. Так, он меня не заметит. Уничтожу я танк или нет? Ну, я же должен уничтожить. Я же все-таки десант американский. 101-я воздушно-десантная дивизия. Так, танки уничтожу, нет?
Так, давайте с другой стороны к ним подойдем. Так, промазал, какого черта? Так, надо как-то выбежать ему в заднюю часть. Засандалить. Опа, опа, опа. Сваливаем. Убегаем. О, еще немец. Кольт. О, еще немцы. Еще немцы. Не успела ничего сделать, к сожалению. Немец где-то с кустов меня стрелял. Не успела показать вам анимацию этого оружия. Сейчас мы с вами еще раз появимся, как раз танком да уничтожить. Покажу вам сразу же анимацию перезарядки М3. Пока меня не убили. Такая вот у нас анимация. Все очень качественно, круто. Анимация в стиле Project Reality, да, посмотрел магазин, осмотр магазина, все в этом духе. Так, куда танк уехал? Сейчас хочу танк уничтожить. Где-то танк, где-то здесь. Где он спрятался? По-моему, это тигр. Так, танк, 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 где ты? Вот он. Тихо. В кого он там стреляет, ему понять. Так, мы ему сейчас в заднюю часть засандалим. Он, по-моему, застрял тут. Так, попали. Сваливаем. Тут у нас еще немцы где-то сидят. О, немцы. Так, пистолет, пулемет берем. Сваливаем. Опа. Загасили. Опа. У меня не было шансов против танка. Окей. Давайте посмотрим медика. Пистолет, пулемет. Появимся также на этой точке. Здесь у нас больше пехоты бегает. Более интересно. Танк, я не знаю, надо как-то уничтожить. Возможно, сейчас... Попробую взять свой старый кит и уничтожить его. Ну, моя задача показать, как выглядит тут вообще пистолет-пулемет. Так, где у нас тут немцы бегают? Сейчас попробуем кого-нибудь убить. Ну, давайте сразу покажу анимацию, пока меня не убили здесь. А то тут немцы очень хитрые и очень больно бьют. Кстати, вот анимация у Томпсона. Хотелось бы, чтобы немного живее была, когда целишься. Потому что статическая анимация какая-то. Я хотел бы, чтобы это все дело поправило. Чтобы хотя бы была какая-то отдача от первого лица. Как вот в пистолете. Пистолет очень хорошо чувствуется отдача, даже когда целишься. Так, где там немцы? Сидят в кустах, что ли? Не понять. Так, танк, по-моему, кто-то взорвал, да? Нет? Где американцы? Ой, американцы, немцы. Сейчас мы аптечку поставим здесь, чтобы ему было полечиться. Давайте какую-нибудь загасим. Вот такая вот у нас перезарядка у Томпсона. Ну, тоже прикольно все сделано. Ну, ножи, все остальное, все это стандартное, да. То есть аптечка, да, бинты всякие. Тут он всякие бутылочки, наверное, там, я не знаю, с обезболивающим каким-то средством. Так, ну что, мы точку эту, по-моему, захватили, да, или нет? Да, точка у нас захвачена. Немцев мы отбили. Так, где-то еще немцы, я слышу. Давайте еще кого-нибудь убьем. Где-то он здесь сидит в кустах, по-моему, нет? Наверняка. Вот немец. Так, я его не убил. Лежит среди поля. Пытается меня убить. Окей, давайте дальше смотреть оружие. Карабин М1. Как у нас тут выглядит? Давайте появимся на точке возле командира. Посмотрим, что у нас там наши боты делают. Так, на суицид сделать. Окей. Появимся на точке. Посмотрим карабин. Как он выглядит. И как он вообще анимирован. И все остальное. Наш командир с пулеметом Браунинг М1919. Сразу видно, да, такой пулемет мощный. Пулеметчик весь в пулеметных лентах. То есть видно даже у сержанта сержантские нашивки. То есть круто сделано. Кстати, заметьте, тоже такое оружие потертое все. Очень качественные текстуры. Все очень круто реализовано. Интересные анимации. Давайте посмотрим, как это все у нас дело анимировано. В качественной анимации. Все очень круто сделано. Дробаш даже есть, да, у нас. У нашего пехотинца. Я так понимаю, что это у нас минер, да. Инженер. Давайте посмотрим анимацию у дробаша. Тоже очень круто все сделано. Звуки очень классные. Мне нравятся. Такая вот у нас анимация. Все очень круто сделано. Так, у нас командир, по-моему, куда-то штурмует позицию какую-то, да? Ну да, это у нас инженер. Мины у нас тут есть, да? Можно заминировать тут что-нибудь. Сейчас попробуем добежать до точки с нашим командиром. У нас тут даже весь отряд в сборе. Сейчас попробуем мы с вами штурмануть эту точку, если нас никто не загасит. Самолеты вражеские летают, правда, у нас над головой.
Нас там наша пехота уже забелила флаг. Пойдем поможем. Там, возможно, надо помощь нашим бойцам. Пробежим быстрее, пока там всех не загасили. Так, это наши, наши. Так, немцы. Так, я не могу попасть. О, я убил. М1 карабин, да? Винточка называется. Так, это наши, наши, стоять. Что наши боты не могут убить вражеских солдат? Что за ерунда? Так, вон он, немец. Не, это не немец. Наши бойцы захватывают точку. Так, где там немцы? Вон немцы у нас в поле сидят. Что-то он не штурмует. А, все, умер. Он умер. Ой, смотрите, немцы сидят. Засели. Вот почему-то они друг друга не видят, не могу понять, почему это так происходит. В общем, так вот все это дело работает, ребята. Ну, как видите, что мод все-таки надо еще дорабатывать. Еще до публичной версии много различных косяков нужно исправлять. Вот. Так, ну что, давайте посмотрим другое оружие. Посмотрим, как у нас тут реализован пулемет. Так, у нас тут как раз таки есть приказ к защите. Мы его сейчас попробуем выполнить. Я надеюсь, что точку не успеют захватить. Задефендить, захватить. Так, где у нас там немцы засели? Сейчас попробуем засесть с пулеметом где-нибудь. Кстати, с пулемета можно стрелять и от бедра. То есть таким вот образом. Как Рэмбо, да? То есть стреляешь так вот. Не целясь. Так, это наши, это наши. Окей. Давайте штурмуем позицию. Сейчас мы пробуем с пулеметом где-нибудь засесть. Так, о, тут танки у нас. Печально все. Все печально, ребята. У нас тут гранат нету. У нас тут придется с пулеметом что-то делать. А, у них тут зенитка приехала. Вот это да. Давайте сейчас пробуем с пистолета загасить зенитчика. Не могу попасть в зенитчика. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы попробуем. Так, я... Бронированное, что ли, я не могу понять. Так, как мне его убить, а? Давайте с пулемета расстреляем их. Так, захватим вражескую зенитку. Можно ли ее захватить? Я не знаю. Давайте пробуем... О, есть! Только я почти уничтожен. А, подожди, я же инженер, по-моему. А, нет, стоп, я же пулеметчик. Я пулеметчик, ребята. Так. Хотел как лучше, получилось как всегда, как говорится. Окей. Ну, давайте еще раз с пулеметом побегаем. Покажу вам анимацию пулемета. Как реализовано здесь в этой игре. Покажу вам перезарядку. То есть мы с вами уже от бедра стреляли. Так вот у нас все реализовано. Можно засесть вот так вот, да, через... Прильнуть непосредственно к самому прицелу, к мушке. Ну, то есть разброс меньше, естественно. И, естественно, наверное, пулеметчик ставит на сошки. И более удобно становится стрелять. Так, ну что, анимация перезарядки у нас выглядит таким вот образом. Все очень качественно, все очень круто сделано. Мне очень нравится. Очень круто сделаны текстуры у пулемета. В общем, очень качественный мод. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как в данном моде выглядит Великобритания. Как мы видим, здесь также присутствует много различного исторического вооружения времен Второй мировой войны. Из техники я замечал здесь Челленджер, Кромвель. Это основные танки британцев во время Второй мировой войны. Ну и, естественно, Шерманы, часто используемые британцами, которые... поставлялись Соединенными Штатами по ленд-лизу. Ли Энфилд, снайперская винтовка, и также эта же винтовочка у инженера, уже без оптики. Пулемет Брен, который также часто использовался войсками Великобритании во время Второй мировой войны. Замечу интересная винтовочка, точнее карабин 45-го калибра. The Lizel, именно производство Великобритании, это самое что ни на есть родная винтовка, родной карабин Великобритании времен Второй мировой войны. Он еще создавался с интегрированным глушителем. Все это дело у нас реализовано здесь исторически достоверно и очень правдоподобно.
Пистолет, пулемет Стен и Томпсон. Томпсон здесь реализован с барабанным магазином на 50 патронов. Ну и Стен также очень знаменитый пистолет-пулемет. Также во многих играх мы видели этот пистолет-пулемет. Я вспоминаю первую часть «Медаль за отвагу», где этот пистолет-пулемет был основным оружием главного героя игры. Ну и, конечно же, пулемет времен Первой мировой войны «Льюис», системы «Льюис» также присутствует в данной игре. Ну что ж, ребят, давайте возьмем снайпера, появимся на базе, посмотрим технику британцев, попробуем на ней поездить и, естественно, попробуем повоевать. Вступим в отряд, мы в отряде уже есть. Так, вся техника уехала, я появился непонятно где. Где я появился? Вот, кстати, еще какой-то танк. Я, если честно, не помню, как танки все называются. Эй, да подвезите меня. Вот это, по-моему, у нас Кромвель, насколько я понимаю, или Челленджер. Я, если честно, ребята, не особо знаю, как все танки британцев называются. Я не очень их хорошо знаю. Британия также участвовала в открытии Второго фронта вместе с американцами. Это, по-моему, если не ошибаюсь, в 45-м году или в 44-м. Вот, ребят, действительно не помню. Вот сажусь записывать для вас очередную часть модов по Battlefield 2 и иногда забываю все эти даты. Есть какая-то вот тут у нас истребитель танков, да, тоже какой-то британский. Я, если честно, не помню, как он называется. В общем, дело в том, что техника здесь очень качественная, очень круто сделана. Так, давайте сядем за пулемет. Почему-то здесь пулемет реализован правой кнопкой мыши. Я не знаю, почему так сделано. Давайте выгоним бота, пойдем штурманем точку. Сейчас буквально немного мы с вами повоюем на танках. Я, ребята, извиняюсь, что я не показываю летную технику. Так, стоять, я застрял. Я не особо умею летать, поэтому летная техника здесь также присутствует в данном моде. Вообще, разработчики даже хотят реализовать и морские сражения. Как это все будет выглядеть в дальнейшем, я не знаю. Возможно, когда-нибудь я сделаю отдельное видео по морским сражениям и покажу вам, как все здесь реализовано. Окей, мы с вами доехали до вражеской точки, тут у нас немцы, гасим немцев. Так, давайте вылезем с танка, мы с вами снайперы, попробуем здесь повоевать. Карта, кстати, я не знаю, историческая, не историческая, какая-то карта наиболее интересная, на мой взгляд, показалась. Так, немцы. Так, Ли Энфилд номер 4, снайперская винтовка Ли Энфилд. Так, где у нас еще? Вон немцы штурмуют нашу позицию. Так, опа-опа. Вот они, где они, где они. Так, давайте сейчас отбегу, покажу вам. Опа! Не показал. Не успел показать вам анимацию перезарядки. Давайте появимся вот здесь вот. Сразу же займем снайперскую позицию, покажу вам, как здесь реализована винтовочка эта. Достаточно тоже круто все сделано. Кстати, заметьте, да, анимация, когда достает, то есть снимать с предохранителя, все круто сделано, да? То есть такие вот механики реализованы здесь. Солдаты, как выглядят британцев, да, то есть шлем ихний, да, каска, точнее, не шлем. Вот, такие вот у нас британцы. Очень круто сделано, да, то есть разработчики очень скрупулезно подходят ко всем этим деталям, да, то есть все очень интересно сделано. Так, дальше. Давайте, где немцы засели? Надо пару немцев убить. Покажу вам винтовочку. Вон немцы бегают, по-моему, да? Попробуйте убить его. Далеко они бегают. Так. Так, есть. Есть. Убили одного немца. Такая вот у нас перезарядка, да? То есть по патрончику все вот так вот реализовано. 10 патронов, да, у нас в Ли Энфилд влазило. По-моему, она еще перезаряжалась такими вот клипами, да, по 5 патронов. Но это тоже, по-моему, здесь реализовано. Я все это вам дело покажу. Постараюсь, по крайней мере. Так, давайте кого-нибудь еще загасим. Где там немцы? Так, по-моему, там пулеметчик где-то сидит, не? Или мне кажется? Никого не вижу. Где он там?
Вон пулемет какой-то на базе у них стоит. Я не понимаю, что за пулемет. Тут карта, я так понимаю, также будет доделываться, потому что здесь присутствует техника, не присущая Первой мировой войне. Точнее, Второй мировой войне. Так, танк наш приехал. Немец целится в нас. Так. Пистолет Браунинг. Тоже, по-моему, британского производства. Что у нас тут еще интересно? Так, немцы у нас тут. Что у нас интересного? Немцы. Так, убили, да? Захватываем точку. Отлично, мы захватили точку. Танки. Посмотрим еще раз вблизи, да? Как все будет. Видно такие помятины такие. Такой, не знаю, ну... Не новый танк сразу видно, да? То есть такое вот все у нас бывшего употребления, так сказать, БУ. Окей. Так, где у нас немцы? Откуда они там нападают? С какой стороны? Покажу вам еще винтовочку. Что у нас еще у британского снайпера? Мины, по-моему, противопехотные, да? Давайте здесь все заминируем. Я, кстати, не показывал вам американцев. Ну, естественно, ребята, когда много различного контента, я могу что-то не показать, уж извиняйте. Много различного здесь реализовано. Так, вон немцы у нас бегут. Давайте-ка загасим пару немцев. Пулеметчик пытается меня убить. Окей. О, танк приехал. Жесть. Давайте-ка возьмем другое оружие. Исчез кит. Так, Брен нам не подходит. Мне надо базука. Так, это у нас... О, немецкий. Давайте попробуем заминировать танк. Сейчас попробуем заминировать... Снайпер. Не успел я перезарядить. Я уже вам немного немцев показал, ну ладно. Так, окей, давайте посмотрим Брен, как у нас тут реализован. Немцы у нас с севера нападают. Я, в принципе, наверное, в бой не пойду. Я сейчас, наверное, больше... акцентирую внимание на анимациях оружия и звуках, ну, для того, чтобы вы посмотрели, как это все тут реализовано. Такой вот у нас пулемет бренд, то есть неплохие звуки, да, ну, мне нравится, если честно, как у нас анимация перезарядки, так вот у нас все вот выглядит, все очень качественно, все очень добротно, все очень круто. Пистолет Браунинг. Окей, давайте идем вперед. Ну, пару немцев сейчас попробуем уничтожить. Сейчас здесь засядем. На какой-нибудь горе. Попробуем с пулемета пострелять в немцев. Так, где они там бегут? Я их не вижу. Тут такую щель здоровая, да? То есть, такой вот у нас все реализация такая. Так, это наш танк. Ничего не вижу. Тут со снайпером, конечно, лучше всего играть. Так, вон боты наши стоят. Не знаю, получится мне кого-нибудь убить. Он, кстати, пулемет Льюиса, да, то есть пулеметчик такой у нас полудохлый бегает, да, то есть сейчас, наверное, сдохнет. Сейчас мы, кстати, его пулемет возьмем, сразу же покажу вам пулемет. А, это у него патронов или нет, или у него... Не, у него, по-моему, вроде как написано, что он сейчас сдохнет, но я не знаю, почему он не сдох. А, вот сдох, да. Давайте пулемет возьмем, покажу вам пулемет Льюиса, чтобы потом уже не брать его и показать сразу же. Так, где там? Вон у нас пехота бегает, да? Так, это наши, не наши? Это, по-моему, не наши. Да, не наши. Очень далеко. Я не знаю, смогу ли я кого-то загасить отсюда. Потому что очень далеко они находятся. Надо нам ближе спуститься. Револьвер у нас, по-моему, он называется Вебли. Или Веблио. Я, если честно, точно не знаю. Вот, я разбился. Не показал вам пулемет. Окей, давайте посмотрим карабин The Lethal, карабин 45-го калибра. Достаточно интересная моделька. Впервые встречаю в модификациях, да и вообще в играх. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Интегрированный глушитель, то есть уже несъемный глушитель. Это уже так производителем было заявлено. Так сделано было, да? То есть такой вот, такие у нас анимации. Все у нас качественно сделано, все круто. Ну и, конечно, пистолет Браунинг, по-моему, называется он, да? Ну, стандартные гранаты британцев. Дымовая граната, да, то есть с крышечкой такая, да? Все вот так вот у нас сделано. Все у нас вот так вот работает. Отлично. В общем, такая вот винтовочка, ребята. Давайте посмотрим дальше, что у нас там есть интересного.
Сделаем суицид. Пистолет-пулемет Стен. Достаточно интересная модель. Мне она нравилась в свое время. Я в различных играх ее встречал. Ну, я уже говорил, что я видел ее в «Медаль за отвагу» в первой части, да? Там это основное оружие было у главного героя. А так вот у нас все это дело работает и звучит. Очень неплохие звуки, на мой взгляд. Все очень круто. Мне нравится. Что мне нравится в этом моде, это оружие очень хорошего качества. То есть текстуры и все остальное. Мне здесь очень нравится. Окей. Дальше что у нас? Револьвер системы Веблер, по-моему, да? Веблей. Я смотрю у тебя подсказку, как правильно называется оружие. М1 базука, по-моему, да, американского образца. Если не ошибаюсь, у британцев была другая базука, но, видимо, еще не реализовали разработчики. Возможно, что-то будет еще доделываться. Давайте попробуем со стены кого-нибудь загасить. У нас тут пулеметчики тут пытаются кого-то уничтожить. Куда немцы там бегут, они не понимаю. Мы все точки захватили, немцы не могут ничего нам сделать. Они очень далеко. Да, с такого расстояния стрелять по немцам, это, конечно, я не знаю, получится ли или нет. Пистолет-пулемет вообще на средней и на ближней дистанции, а не на дальней. Здесь больше винтовочка подойдет мне. Так, ну вот убили мы со Стена. Стен МК-2, да, называется пистолет-пулемет. Окей, давайте дальше смотреть, что у нас тут интересного. Я хочу по-быстрому посмотреть, показать, для того, чтобы сильно видео не затягивалось. Все основные аспекты данного мода я хочу вам продемонстрировать как можно быстрее. Вот у нас тут техника немецкая, да? Давайте попробуем подъехать поближе. Какой-то тяжелый автомобиль, я не знаю, почему такой тяжелый. Наверное, будет тоже что-то дорабатываться. Давайте-ка подъедем поближе к немцам. Попробуем их уничтожить с пистолета-пулемета. Спрячемся за машинку. Куда? Иди отсюда. Так, перезарядка. Успею перезарядиться? Не успею. Опа-опа. Гасим немцев. Штурмовик. Так, а я, по-моему, медик. Медик. Где? Опа, все, есть. О, еще БТР приехал. Томпсон М1928. Гасим. Так, уничтожили. Еще немцы. Все, всех убили. Начался экшен. Перезаряжаемся. Ну, очень качественные текстуры у Томпсона. Мне очень нравится. Все очень круто сделано. Это наш чувачок. Так, нас, по-моему, точку отхватывают, да? Все, взорвали там что-то. У немцев. Немцев взорвали. Смотрите, труп висит в воздухе. Ну, это нормально для Battlefield. Забавный глюк. Окей. Дальше давайте смотреть, что у нас тут есть интересного. Ли Энфилд. Винтовочка пехотинцев Великобритании времен Второй мировой войны. С двумя магазинами по 5 патронов. С двумя, наверное, клипами, наверное, правильно сказать, да? Я, наверное, в бой не пойду. Я сейчас покажу вам анимации прямо здесь. Кстати, есть у нас C4, да, то есть можно заминировать. Взорвать. Ну, звуки, правда, не воспроизводятся. Это, видимо, какой-то глюк. Некоторые аспекты геймплея все еще будут дорабатываться. Я это повторяю уже неоднократно вам. Поэтому как-то так, ребята. По-моему, немцы у нас с той стороны нападают. Ну, в принципе, можно просто пострелять, да. Показать, как это все выглядит. Вот у нас анимации, да, все очень круто сделано. Давайте все 10 патронов я использую и попробуем перезарядиться. Посмотрим, как это все у нас выглядит. У нас техника, это наши танки едут в гучу событий, да. Я показываю, как вообще это все выглядит, как вообще анимировано оружие, звуки и тому подобное. Моя задача им показать именно в таком плане. Так. Ой, это она не наша. По-моему, немец. Или это она? Нет, по-моему, наш. Я в нашего стрелял только что. Так. Какие-то у нас анимации. Ну и давайте посмотрим, как это у нас все анимировано. Перезарядка, да, то есть такая вот у нас анимация. Если я не ошибаюсь, эта анимация, по-моему, с какого-то другого мода взята. Возможно, из Forgotten Hope. Я, если честно, не знаю.
Откуда? Ну, есть ближнее оружие, лопата пехотная. Куда же без нее, да? Пехотинец без лопаты, куда же без нее? Инженер, ключ. Можно ремонтировать технику. Ну и давайте все-таки посмотрим, как реализован здесь Льюис. Я его вам не показал. Сейчас мы сделаем суицид. Немного постреляем с него и покажу вам анимации более детально, как все это дело у нас реализовано. Ну и в принципе будем, наверное, заканчивать. Я надеюсь, что видео получится не сильно длинным, потому что, ну, сами ребят понимаете, что все показать в промежуток 30-40 и, наверное, уже 50 минут будет видеть, я не знаю. Очень сложно. Давайте немного постреляем, да, по немцам отсюда. Не знаю, смогу ли я кого-то убить. А, я вон кого-то убил, да? То есть попадаю, даже я не вижу, что есть хитпоинты попадания, но все-таки я попадаю по немцам. Такая вот у нас перезарядка. Опять не дали мне перезарядить. Не дали до конца мне перезарядить оружие. Давайте еще раз, чтобы было все по-честному, чтобы я все вам показал. Ну да, пулемет. Позиция моя была не очень удачная. Снайпер меня, скорее всего, убил, да? Кто меня там убил? Я не вижу, кто меня убил. Наверное, все-таки снайпер меня убил. Такая анимация, да, то есть ложится персонаж, то есть так вот все сделано. Прикольно. Можно также стрелять от бедра, да, то есть так вот все это дело реализовано. Давайте посмотрим анимацию. Все-таки я вам еще до сих пор не показал ее. Все у нас качественно анимировано, да, то есть нормально все сделано. Ящичек с патронами, да, то есть такой вот ящичек союзных войск, да, все вот так вот у нас выглядит. Ребят, ну, в общем, очень классный мод, всем рекомендую его. Ну, естественно, пока публичная версия еще не состоялась, релиз, точнее. В ближайшие дни я хочу показать вам еще одно видео по этому моду, так что подписывайтесь на канал. Ну, а я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи.